Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашем очередном онлайн-концерте. Нам, конечно, уже хотелось бы сыграть для вас вживую, но и в таком формате есть свои плюсы. Нас могут увидеть, я надеюсь, гораздо большее количество людей из разных городов. Поэтому, если у вас есть знакомые, которым этот концерт мог бы быть интересен, пожалуйста, отправляйте им ссылку, делитесь. Итак, новогодние праздники подошли к концу, каникулы заканчиваются, но я думаю, что никому не хочется терять это новогоднее настроение, ощущение волшебства. И как раз вот об этом была композиция, которую мы сейчас сыграли. Она была написана около года назад и называется «Snow is Green». Наш сегодняшний концерт, точнее, В нашу сегодняшнюю программу мы, помимо наших авторских произведений, решили добавить пьесы музыкантов, которые нам как бы близки по духу, музыка которых нам нравится. И начать хотелось бы с гитариста и композитора Пэта Мэттани. Он для меня вообще был и остается пока музыкантом номер один, и к его музыке все время хочется возвращаться. Мы сыграем его пьесу, которая называется «Джеймс». Thank you.
Следующая композиция принадлежит пианисту Ричи Байраху и исполнена квартетом Джона Аберкромби. Джон Аберкромби — это гитарист, он, как и Пэт Мэттани, принадлежит к числу тех музыкантов, которые связаны с лейблом ECM. Вы можете почитать про это очень, на самом деле, интересное явление в музыке, но я могу коротко просто сказать, что благодаря внимательному и тщательному такому выбору музыкантов и очень особому такому подходу к звуку, к записи и сведению, этому лейблу удалось создать практически особое направление в музыке. Такой холодный европейский джаз. И следующая композиция называется «Night Lake». Мне кажется, она очень хорошо иллюстрирует это звучание. Thank you.
Да, друзья, спасибо вам за комментарии. Пишите в чат, пожалуйста, не стесняйтесь, если у вас есть какие-то вопросы или вы просто хотите поделиться впечатлениями. Я постараюсь на вопросы отвечать. Мы возвращаемся снова к нашей музыке. И композиция, которую мы сейчас играем, называется «Yesterday's Rejoicing». Можно перевести как «вчерашнее веселье» или «вчерашняя радость». То есть такое ностальгическое чувство. Thank you.
следующая композиция, которую мы сыграем, это пьеса «My Song», которую написал Кит Джаред. Кит Джаред тоже музыкант, который имеет отношение к той самой студии ACM. Вообще, когда вы если вы начнете про него что-то искать в интернете, наверное, вы сразу наткнетесь на кёльнский концерт знаменитый и на его интересную историю. Вот он тоже был издан на студии ACM. А мы сыграем композицию «My Song». Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. И теперь еще пару наших авторских композиций. Сейчас мы сыграем Streetlight Fancy Waltz. Thank you.
так. Мы сыграем еще одну нашу композицию, которая называется «Return». Thank you.
И в завершении нашей программы мы еще сыграем одну композицию. Она называется «See a Journey». Я ее услышал в исполнении квартета Гэри Бёртона. не мог вспомнить, как его зовут. И Пэт и Мэттани. Но во всех нотах она значится как «Весь Чика Кореи». И я долго не мог найти, где же оригинальное исполнение. В итоге я наткнулся на какой-то сборник фортепианных импровизаций Чика Корея, который был издан на том же самом лейбле ECM. Вот оттуда взялась эта композиция, и очень многие музыканты ее переигрывали. И мы представим вам свою версию этой композиции. Спасибо большое за ваши комментарии. Максим, спасибо за комментарий. Я могу потом попытаюсь поподробнее рассказать про звук. В общем, спасибо отдельное звукорежиссеру, потому что все хвалят звук, говорят, что он очень качественный. Итак, See a Journey, Чик Корея.